Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Приветствую вас, меня зовут Ирина, и сегодня в рубрике официального обозревателя туалетная вода on the edge. Приходит вот такой стильненько в упаковочке. Так выглядит дизайн флакона. Интересно, стильненько, многогранная поверхность. Протестируем звучание аромата. Первое, что слышится, это яркие такие шипровые нотки. Этот аромат классифицируется как восточный, древесный, амбровый. То есть идет яркое звучание. И на мой взгляд, такие ароматы — это не летние ароматы. Это ароматы на вечер, на какую-то прохладу, чтобы подчеркнуть женственность и многогранность. Аромат контрастный. Такие ароматы сейчас на пике популярности. Цветочное, древесное звучание, оно подчеркивает многогранность женского образа. Для создания ароматов Oriflame используются ингредиенты высочайшего класса. Сочетание черной фиалки, цитрусовых нот придает аромату трендовое звучание. Тип аромата – восточный, древесный и амбровый. Основные компоненты – это черная фиалка, апельсин и женственная кожа. Пробовали вы такой аромат? Пожалуйста, напишите в комментариях и успехов вам. Пока-пока!